занимаемой речки Гнилакиш, которая полностью соответствует своему названию. У нас проводятся гидрологические работы по расчистке его русла. Это такая, будем говорить, своего рода дренажный канал. Не совсем он является рекой, но когда-то его назвали рекой Гнилакиш. И на протяжении десятилетий, в принципе, его чисткой никто не занимался. Сейчас наши коммунальные предприятия приступили к его расчистке. Расчистка происходит следующим образом, то есть и механизированным, и ручным. В настоящий момент места, в которых есть доступ, работает экскаватор. Они выбирают весь грунт, грузят его в автомобили, вывозят на площадки. Там он высыхает, и после этого его везут на утилизацию. То есть для наглядности можно сравнить тот участок непрочищенный и участок где. В течение пары дней уровень воды здесь уже опустился на где-то порядка там полметра. В районе улицы Короны уже на 1.5 метра. Мы, в принципе, планируем после того, как произойдет полностью расчистка, сделать водопонижение как минимум на 2 метра. Это когда будут прочищены все каналы, когда будут прочищены все выпуска. То есть мы планируем добиться этого результата и в дальнейшем поддерживать.